Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поддержали экологическую викторину для детей в Одинцовской библиотеке номер 2 семейного типа. На вопросы о растениях и животных Одинцовского округа блестяще отвечали воспитанники экологического кружка «Экоша». Такие веселые конкурсы для детей и подростков нужно проводить повсеместно. Они хорошо отвлекают от гаджетов и расширяют кругозор. В рамках партийного проекта «Чистая страна» мы готовы всегда их поддерживать, сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова.